конечно. Кстати, проспали, проспали начало, первые, наверное, первые 5-7 минут проспали, пропустили гол и потом уже начали немножко просыпаться, наверстывать. Вот. Игра довольно-таки была, конечно, интересная, в первую очередь, для болельщиков. Вот, в обе стороны были голевые ситуации. Вот, ну, то, что вратари были на уровне неприличным сегодня по броскам, даже где-то равно было к удалению. Играя с лидером, конечно, мы немножко перестраховывались, отбрасывали шайбу. Есть, конечно, над чем работать, вот, но в данный момент, конечно, берем все позитивно из этой встречи. Вот, и команду автомобилист, и команду тренера хочу поздравить с победой. Спасибо. Спасибо, коллеги, за поздравления. Хотел поблагодарить команду за самоотдачу. Сегодня при многоголосовой проскок блокировали нашего вратаря. Хотелось бы, мы его вратаря, команда сыграла. Напряженнейший матч. Команда «Спартак» очень прилично сыграла в обороне. И такие разящие, очень кусачие контратаки были. Нам дался этот матч нелегко. Мы понимаем, что нам каждая победа дается сложнее и сложнее. Но спасибо еще раз повторюсь парням, что идут до конца и все-таки дожали в овертайме. Повторюсь, что игра была очень сложная. Игра была практически равна. Спасибо. Спасибо, коллеги. Представляемся с тобой. У нас вопросов нет. Спасибо.